Ты. Иди сюда. Сюда, я сказала! Покажи мне на карте, где она. Потом ты. И уж лучше, чтоб совпало. Ладно. Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва. Может, не надо... Стоять! Давай поговорим. Отошел назад! Покажи, где она. Показывай! Скажи мне, где я бегу? Она... Твою мать, где она? Она... Нет, 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 нет. Тихо. Томми. Мне жаль. Все хорошо. Пойдем. Пойдем. Все хорошо. Ага. А может так? Вот здесь. Не. Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Куда ходила? Проветриться. А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Эллинсбург. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично.
Элли. Они расплатились сполна. Но она будет жить. Да. Ты согласна? Выбора нет. Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Ну, покажи. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Ха. Нет уж, сам ищи, как подлизаться. Ты в порядке? Да. Элли. Да. Спасибо, что вернулся за мной. Проблемы друзей — мои проблемы. Ты такой скучный. Ладно, тогда скажем... Мои друзья сами не справятся. Так лучше. Чёрт! Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю! Нет, не надо, Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Тварь! Ладно! Нет! Нет! Брось оружие! Бросай оружие! Черт! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Пап! Где ты? Ну ладно. Смотри-ка. Пап! Так, и как мне перебраться на ту сторону?
Ну вот. Здесь не пролезешь. Может, залезть на крышу? Посмотри, 78-й год. Попробуем. Вот так. Так. Шикарная, Эбби. Эбби! Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Вот где! А! Каждый раз, когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось! Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Пап. Эбби, она должна быть где-то сразу за этой рощицей. И... Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Обещаю. Давай только побыстрее. Вот. Моя дочурка не даст меня в обиду. Как ты узнала, что я здесь? Оуэн меня сдал, да? Это его работа. Он дал слово молчать. Как ты его разговорила? Просто спросила. Видимо, прошла через площадку. Эй, смотри. О, ух ты! 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Пап. Расслабься. Скоро вернешься к своему Оуну. Что-что? Ничего. Просто вы стали много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Боже. И давно ты знаешь? Я твой отец. Я все вижу. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он балбес. Он теперь... Эбби, смотри. Свежие следы. Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизни. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничала. Ну так цель оправдывает средства. Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. Давай-ка еще тут порыскаем. Пап, я нашла кое-что. Боже мой. Она уже родила. Фу. Смотри. Два ряда следов. Пап. Это она. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет. Ей больно. Эбби. Пошли. Если тут зараженные. Здесь все проверяли. Они не сидят? У тебя же оружие с собой? Конечно. Вот черт. Эбби. Что? Нужно ее освободить. Тихо, не бойся. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Черт, глубоко вошла. Ладно, Эбби, иди сюда. На,
Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Стоп! Спокойно. Стоп, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги мне. Вас вызывают... Вон! Держи ее. Давай. Осторожно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, крепко держишь? Да. Давай, Эбби, режь. Держи. Почти. Сейчас. Все. Охренеть. Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем! Мы с вами молодцы. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. Но заражения нет. Не может быть. Они уже приступили к анализам. Поэтому вас и вызвали. Пап? Идемте. Ткань вплетена в мозг, по-другому никак. Должен быть другой способ. Возможно, изъять образец, сохранив жизнь носителю. Носителю. Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло. Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись, все наши жертвы, все те ужасные... Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Эбби. Я принесла поесть. Спасибо, милая. Марлин. Хорошо. Спасибо. Я поговорю с Джоэлом. Зачем? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Удачная операция. Ты поступаешь правильно. Да. Будь это я бы согласилась на операцию. Он что, до сих пор в здании? Это... Эбби. Нет! Эбби, не смотри. Папа!
Папа! Нет! Нет! Тише. Нет! Нет! Джоэл, вставай! Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Гори в аду, Пиндео. Я вас всех убью! Эй, ты что делаешь? Мэнни! Почищаю. Не-не, мы пришли за ним, и все. Нельзя оставлять... Сказал. Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Я вас... Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан! Выстрелишь? Все! Мы уходим. Эбби. Йоу. Тише. Ты в порядке? Да, я... Ты чего? Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Вамонос. Ладно. А, шея. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Не, которая с горы. Спустилась вот ко мне. А, ученая. Клево. Ну... Она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. Ну, того стоило? О, безусловно. Теперь я умру счастливым. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Давайте, рассаживайтесь по местам. Привет, мисс Потс. Здравствуй, Мэй. И с ней? Джентльмены не хвастаются. Мне надо с отцом поговорить. Возьмешь поесть? Ага, хорошо. Мне что-нибудь конпиканты. Будешь есть, что дадут. И тебе привет, Эбби. А, черт, прости, не заметила. Поедешь с нами в Серевину? Нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам делать в Серевине? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Серьезно? Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. Подожди, еще не факт. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. И то радость. Мне пора. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Она же и часто приходится затачивать. Пеленки должны плохо. Что у нас сегодня на обед? Буритос. Опять. Ясно. Эбби, что ты делаешь? Эй, tenemos prisa de meter burritos. Слышь, тут очередь. Мэнни, охренел? Дай пройду. Куда ты прешь без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чего?
Но как так можно? Третий ты кому? Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мэл. Мэнни? Где твой рюкзак? В комнате? За что ты так со мной? Пойми, вы обе мне дороги. Они верят, мне надоело это притворство. Не она знает, что я тоже еду. Знает? И она согласна? Ну. Твое «ну» звучит как «не». Это из-за акцента. Брось, не будь параноиком. Тебе нравится ставить меня в неудобное положение? Нет. Я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Она со мной после Джексона почти не общалась. Мне что, сделать вид, что я этого не заметила? Конечно, нет. Вам надо поговорить по душам. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая, как мы. Ей раньше не приходилось истязать людей. Сколько она шрамов убила? Но не так, как мы убили Джоэла. Не забывай. Прошу тебя, Эбби. Она же своя. Пожалуйста. Ради меня. Попробую. О большем я и не прошу. Собирай вещи, я схожу за мной. Давай. Будь умницей. Отцепись. Не, я потом. Ученая, да? А. Тук-тук. Ты готова? Да, почти. Мэл, Эбби, они и правда отправили тебя. Еле-еле. Ты могла попросить остаться? Не хочу сидеть без дела просто так. А Оуэн что говорит? А почему Оуэн должен решать? Надо забрать Элис по дороге. Эй. Ты сможешь. Куда тебя посылают? До обычной ротации, не переживай. А как вернешься, осмотришь моего отца? Ему стало, по-моему, хуже. В плане? Ну, он жалуется на острую боль в запястьях. Ложку едва держит. Может, достанем ему еще анальгетик? Говорят, вас с ООНом перевели в блок 96? Да, там хорошо. Много молодых семей. Ну и как твой настрой? Перед родами? Куда ни глянь, там везде дети. Я готовлюсь морально. Столько ревущих младенцев. О, он, небось, в шоке. Он еще даже не видел. Он на патрулировании с Дэнни. С Дэнни? Спасибо. Да, не повезло. Ага. Записываю Элис. Она внутри играет. Так, Эбби, отведешь ее? Малышка. Зверюга ты наша. Моя любимица. Только она тебя и терпит. Не ревнуй. Элис, хочешь прогуляться? Давай, пойдем. О, привет, Мишка. Ну ладно, раз уж ты так просишь. Кто лучше всех? Да. Лови мяч.
тебе я вчера видела с Джин? Да, меня. Ну ты и кобель. Что она здесь делает? Для Айзека что? Ей, наверное, одиноко. Ну, ей очень нравится. Спроси ее про кучевые облака. Зато хотя бы не нужно лезть под пули. Привет, да, Эль. Если ты этого не любишь. Здорово. Я была бы рада остаться на базе. Просто лечить семьи. Ты соскучишься по шраму. Привет. 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 Мне как обычно. Хорошо. Здравствуйте. Машины есть? Есть. С-24. Я поведу. Выезжаем. Пендехо. Спасибо. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Устроим разминку. Ну что, посоревнуемся? Проигравший убирает квартиру. Это по-крупному. Кто больше, полный магазин? Ну, держись, Каврон. В следующий раз я его себе возьму. Ну да, ведь в оружии все дело. Кстати говоря, там целая гора немытой посуды. Злая ты. А, и можешь белье мое сложить. Пойдем на базу. Если нужны патроны, бери. Да, да, кто у нас умница? Я тоже скучу. Релис со мной. А Мел подумал. Свежий воздух полезен. А заодно поболтаете. Gracias. Привет. Вы куда? На вторую. Машина С-24 на вторую. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстро. Так мы без инкубатора? Да. Вы за ним пойдете? Не, Айзек говорит, обойдемся. Лосося нам пока что хватает. Что ты имела в виду насчет Оуэна? Давно его не видела. Вечно он на задании.
Вы с ним общались? Он что-нибудь говорил? Нет, мы пока... Ну, то есть я вижу его в столовке, но... Пока не разговариваем. Он не в себе после Джекса. Ты особо не переживай. Осада! Держитесь! Мел, прыгнись! Смерть! Подходим ближе! Мочи! Я пытаюсь! Давай, обходи! Надо здесь все осмотреть. Много где можно спрятаться. Зараженные. Вон там бегун. Thank you.
Огонь, огонь! Они задрали. Да. Не то слово. Ладно. Мэнни. Сейчас. Дама, вперед. Через месяц я бы здесь не пролезла. Давай, Эбби. Сам сказал, дама, вперед. Люблю тебя. Ну что? Эбби, похоже на теплицу твоего отца. Не очень. Тут хоть что-то растет. И правда. Знаете что? Удачно вышло. Видите? Вы снова... Я же говорю. Еще нашла? Ага. Их можно использовать в одной забавной игре, а вы? Может, позже. База там. Шрамов не видно. Это пока. Да. Идем дальше. Боже. А ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов.
Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось проще. Слишком просто. Мы расслабились, и они вздернули целый отряд. В отместку за то, что мы расстреляли тех детей. Но пойми, эти дети угрожали нашим. Ты бы что сделал? Точно не палила бы из всех стволов. Я бы спасал наших ребят. Мэнни, это дети. Они не виноваты. Мы тоже не виноваты. Те смерти на их совести. Ну-ну. Не хочется сглазить, но тут как-то слишком тихо. Смотрите по сторонам. Нужно перебраться на ту сторону. Может, пройдем через здание? Ага. Чтобы получилось, как в прошлый раз. У тебя есть другие идеи, Мэнни? Нет. Просто сказал. Кабель. Ничего не понимаю. Тут есть кабель. Иди подсади меня. Мэнни, посмотри, что там. Давай. Кабель за что-то зацепился. Вот так. Залезай. Мел, постой с Элис. Я попробую открыть эту дверь. Поищу для вас другой путь. Давай. Аккуратней. Ну? Шрамов пока не видно. Может, они забили? Шутник. Нет. Тут высоковато. Да, это точно. Ну, давай. Все, Мел. Мы внутри. Я у двери. Сюда. Ого. Вы посмотрите. Лодочная мастерская, что ли? Надо запомнить это место. Лишние запчасти нам точно не помешают.
папа на такой же возил на рыбалку. Меня постоянно укачивало. Мерзко было. Мэнни никогда не беременей. Я стараюсь. Ладно. Я подержу. Давайте. Я подопру. Прости. Вы там в порядке? Да. Рычаг сломан. И что теперь? Эбби, глянь. Люк. Мэнни, побудь тут. Мы посмотрим, как забраться на крышу. Хорошо. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да. Надо будет сказать Мэнни спасибо. Я рада, что я здесь с вами, а то иначе я бы не смогла вам помочь. Слушай, почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю. Да ладно, мы после Джексона почти не общались. Не знаю. Видимо, меня это тоже потрясло. Что жалеешь Джоэла? Он заслужил даже больше, просто жалеешь, что приняла участие. Понимаю. Это каким зверем надо быть? Я не это имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Эбби, подходи ко мне. Идеи я люблю. Давай, забирайся. Так что за идея? Секунду. Что ты делаешь? Пробираюсь к выходу. Ладно, только не спеши. Что хорошо в беременности? Низкий центр тяжести. Поверю тебе на слово. Перебралась. Давай сюда. Спасибо.
Ладно. Слушай, это мысль. Чем-то напоминает лодку Оуэна. Уже что-то. К люку можно пройти по мостику. Но как добраться до мостика? Это пригодится. Что дальше? Тут есть веревка. Сильно голова кружится. Особенно, когда смотрю вниз. Вот они. Мэнни, мы спускаемся. Хорошо. О, дом, милый дом. Мы рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. Слезем. Трудно представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно. Оперировать я бы вот в жизни не смогла. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Ну, папа всегда говорил, что ты его лучшая ученица. Правда? А то, по твоим словам, он был идиот. Идем. Наконец-то вы нас догнали. Ну, как тут все тихо. Ага. Мне это не нравится. Ну, до базы рукой подать. Да. Как вернемся домой, я плюхнусь на диван, врублю мультик и буду пить, пока не отру... А, какой мультик? Ха. Серьезные вопросы.
Тот, про девчонку. Как зовут? Верхом на волке. О, я его обожаю.